нападающий, брат его недоступен. Ну что, Кир? Ильин? Да, дальше. Обнимашки, перешедшие уже в формат Махача, и тут прям много чего, понимаете, причем такие разные позы. Тут и вам и бокс, и борьба, и причем даже вот, как там, когда при возобновлении борьбы борцу ставят определенную позу, да, и в эту борьбу возвращаться. И стойку, да? Да, спасибо вам, Алексей, я хотел, чтобы вы как раз, как эксперт сейчас произнесли какой-то термин. И нетленное творчество, но есть несколько каких-то фильмов, таких известных в мире, они, вот один из них, «Щелчок», «Снэпшот», там, три серии. Но вот в первой части, самой известной, которая снята там чуть ли не 50 лет назад, там есть в концовке фильма момент с каким-то стриптизом, где поблагодарить болельщиков. Ну, вот все, что было. Я думаю, что на самом деле, вот я когда слышу попытки, вот эти вот люди, они там, если они один на один, конечно, то пусть разговаривают. Если они оба хотят, пусть разговаривают. А Сергей почувствовал, что человек, вот что, практически дебаутировал, довольно собой неожиданно. Прилетел, откуда не ждал, вдруг откуда-то, от Эштона. Сергей Эштон, да, кто там, Телегин с Ильиным, две пары мы разобрали, кто-то еще, остальные, наверное, просто разнимали, как обычно в таких ситуациях происходит. Да я только разнимать полез, товарищ, что я оттуда как прилетел. Съел защитник, и очень хорошая скорость, и видно разность скоростей. Так, мы здесь разбираемся. На самом деле началось все с двоих, а дальше уже, как говорится, все друг друга